конечно, подкорректировать эту вашу технику, чтобы она была еще. Мы, если мы с вами разматываем, сейчас я вам бросок через спину в левую сторону. Если у вас опять не прямо, он у вас получится. То есть вы сорвали заклад. И стоите. Вот. Я смотрю, многие из вас пытаются при входе на бросок зайти между ног соперника. Это не очень хорошо. Почему? Потому что в этом случае мне придется его бросать, наклоняясь так, вниз. Раз, а он, например, падать не хочет. Да? Он уперся так, спиной. И ты его бросаешь на руку или на голову, а на спину не получается. Поэтому я рекомендую делать вход с небольшим перегрутом. Наружу. То же самое, что вы делаете, только слегка перекручиваясь. И тогда ты бросаешь за счет поворота плеч. Хорош. И не втыкаешь своего товарища головой в ковер. Тоже хорошо, да? Вот я еще раз покажу. Хорошо. Зарядился. Здесь слегка приподнял ноги и плечами сразу. Крутил. Ну вот, так же получится. Ну, по 5 минут, да? Валерий, а вот ногами как здесь входить лучше? У нас вот вот взяли на справа нога, дали ноги, получается, слева мы входим. Или вы меняете точку? Нет, нет. А, ну, вход есть разный. Вход под шагом, как я сделал. С крестным движением. Можно, что пешком не получается. Ну, так и два для прохождения. Это подшагиваем. И нахуй. Нахуй сначала. Ну, нет, ну, через спину самый быстрый способ это подшагивание. Я потом, может быть, чуть позже, я вам покажу, как лучше делать. Вот для того, чтобы бросок получился, нужно, чтобы ноги отведили ваши руки. Для этого ты шагаешь, и потом идет нога. Ногой таз, плеч убивает. А уже потом все остальное. То есть как ты поворачиваешься, я должен отстоять. А если ты ногами не успел подойти, допустим, стараешься руками, и вот ты уже прошел, а он тебя держит, он видит тебя. Ты ногу не поставил, а он тебя обратит назад. То есть нога должна быть раньше. А для этого есть такое упражнение, потому что я его делаю. Называется движение. Елочка. Елочка. Да? Вот. Можно по ковру растянуться, значит, и попробовать, значит, в левую сторону, туда, в правую сторону. Еще раз, внимание, идет тазом поворот. Таза. Нога лежает. Движение плечи. Нужно, чтобы такое же движение было у вас во время раза. Попробуйте его сделать еще. Я посмотрю, как оно будет получаться. Нет, нет. Как танец лебедей. Как у вас называется? Бег. Крестный бег? У нас елочка. Крестный бег, да. Да, да. Ну, пусть там. Бег с крестным движением ногами. Иначе мы не будем не спеша. Нужно таз включить. Таз, таз, таз.
Если тебе это не сложно научиться, просто как бы нужно внимание на это обращать, потому что все броски, вот, которые с этим крестным подходом, они требуют вот этого движения, оборота таза. Если у вас его нет, то вам просто будет трудно бросать. Ну, научиться не сложно. Так, ну, вообще сейчас, да, я вам показал, что это не нужно. Попробуйте. А, можно как я. Так, понятно, подожди. Мы, чтобы у нас потренировали, делаем так. Раз, два, три. Ваня сопротивляется. Два движения. Раз. Не спеша медленно. Два. И на третьем делаем подход раз. Ну, так это аварийно, там по одному либо по два раза по очереди бросайте. Хорошо, Лёша. Продолжение следует...